отримала цей паспорт під час окупації Криму не за власним бажанням, то зараз, знаходячись в пункті пропуску, я відмовляюсь від отриманого не за моїм бажанням громадянства Росії та знищую цей паспорт. Друзі, всім привіт з Києва, з Хрещатика, з Європейської площі. Поговорим ми зараз з вами о важному, а именно о том, что в Крыму уже происходят бунты. Да, друзья, бунты в Крыму, местные партизаны там уже готовятся. И в Питере депутаты поднимают уже бунт против царя Путина. Представьте себе. Сейчас расскажу подробно, а вы подпишитесь на канал, пожалуйста, прямо сейчас. Меня после видео про Соловьева и про российские потерь нет. Опять атакуют активно боты. И мне сейчас очень важна ваша поддержка, чтобы отбить все эти страйки, жалобы, атаки и распространять мои видео. Итак, очень интересно, в Крыму, знаете, сколько бы они там ни делали вид, а Крым уже готовится к возвращению домой, в настоящую свою родную гавань. Там, кстати, вышла интересная статья Залужного, я ее выкладывал у себя на телеграм-канале, кто еще не подписан, подпишитесь, где он говорит, что, конечно, Крым – это центр тяжения и вот такая ключевая точка во всей этой войне. И рассказывает, между прочим, о том, как был нанесен удар по аэродрому в Саках, в Новофедоровке, что это был ракетный удар. В общем, Крым готовится, и там даже поднимается партизанское движение. А что же случилось? Ну, там сейчас бурлит в Крыму, потому что, ну, оккупанты там совсем уже дошли до ручки. Там один подонок просто убил, 36 ножевых ранений нанес местному жителю, потом погрузил в машину с буквой «З» и вывез. А оккупационная полиция его задержала и отпустила. Посмотрите. Подонок был даже не один, а два подонка. И кто они? Один спецназовец, который, собственно говоря, создал совет ополчения Крыма и даже имеет медаль за оборону Крыма. Ну, в общем, вы поняли. А второй боец отряда «Моторолы». Ну, в общем, два конченых совсем. И люди возмущены тем, что их просто отпустили и вышли на улицы Ялты протестовать. Посмотрите. Очень удивительно, что Аксенов молчит об этом, ну и все вот эти няш-мяш и прочие, которые рассказывали, что в Крыму порядок, тишь да гладь, да божья благодать, ну вот вы видите, что там реально происходит, и они все молчат, как воды в рот набрали. Нет, в общем и целом все хорошо. Все хорошо, Крым прекрасен. Ну, в общем, поэтому они и молчат. Им же нужно показывать, что якобы в Крыму все хорошо, а там просто сборище каких-то уродов конченых совсем и отморозков, которые туда собрались с 1/7 части суши. Поэтому эти и молчат. Ну, а в ответ на такой беспредел там активизировались партизаны. На улицах городов уже появились листовки в цветах украинского флага и со словами, что Украина возвращается. И там уже вообще раз в Севастополе активизируются партизаны. Вот послушайте. Севастополь, Херсонес, бухта. Остался один торпедный катер, у них ракетный. А тут и все. Наверное, расисты свалили с Сакуны. Чекаемо на ЗСУ. А недавно там случилось, как для них вообще дикая новость. В Севастополе уволили учителя за украинскую пропаганду. Дело в том, что там родители школьников, ну, некоторые нашлись и такие, которые нажаловались, выяснилось, что он весь класс украсил желтыми и голубыми шариками, а на его столе было изображение флага Украины. Посмотрите. Доброго вечера, мы из Украины. Учителя, конечно, уволили, но даже директор говорит, что дальше этим заниматься не хочет. А сейчас вот еще интереснейший момент. Украинка, ну, которая живет в оккупированном Крыму, на выезде из Крыма порвала российский паспорт, этот аусвайс, который ей там выдали. Ей было всего 10 лет, когда Крым оккупировали, и она считается гражданкой Украины и ненавидит вот эту Россию-матушку. Посмотрите. Отримала цей паспорт під час оккупации Крыма не за власним бажанням, то зараз, знаходячись в пункті пропуску, я відмовляюсь від отриманого не за моїм бажанням громадянства Росії та знищую цей паспорт.
Ну, в общем, по Крыму все понятно. И в этой, как Путину казалось, его это любимец Крым, его любимый проект. Посмотрите, как там все валится. Ну а в родном городе Путина, в Петербурге, там вообще против него бунт подняли. Депутаты обратились в Госдуру Российской Федерации с предложением отстранить Путина от власти, потому что из-за войны против Украины гибнут люди, валится экономика и все плохо. И происходит это из Смольнинского, который вообще это родной район Путина. Представьте себе. Ну, в общем, пока вот эти пропагандисты типа Соловьева рассказывают, что потерь нет, посмотрите. Все на месте трудятся, потерь нет. На самом деле все сыпется как карточный домик, просто как карточный домик. Друзья, а сегодня вот я в центре Киева, а сегодня здесь же в центре Киева Энтони Блинкен, госсекретарь США, который по предварительной информации объявит о выделении 2 миллиардов долларов США Украине и еще 17 странам на то, чтобы они готовились к противодействию России, то есть военной помощи. А также сегодня глава Пентагона Ллойд Остин огласил о новом пакете военной помощи Украине на 675 миллионов долларов. Там и гаубицы, там и системы искусственного интеллекта, и наше любимое, снаряды «Хаймарс» и ракеты «Харм», которыми мы уничтожаем российское ПВО. Друзья, отличные новости у нас. Катастрофические новости у них. Это я сейчас даже не говорил о Харьковской области. Посмотрите мое прошлое видео. А там ситуация развивается. Буду вас держать в курсе. Так что держим строй. Победа будет за нами.